Сегодня было норм. Первый заход сделали 7 воронок. Ну, в 11 утра. Это было хорошо. Сейчас на этом заходе, если придут, то, ну, не знаю, по 150 нам не по этой, да. Ну, то, блядь, ушли и ушли с концами. Ну, хули, я говорю, вы тут? Нет. А все, челики АФК ушли. Пуляйте, что вы стоите? Тирелла, ты где, блядь? Заходи, хиль. Ёбаный. Здесь. Уже потеряли бойца одного. Хилы. Хилы моча? Не знаю. Я бы тоже, вот, честно, нахуй, я бы в игру играл. Что пришел такой на РТ, там все в Т5, такой просто пришел. Отчилил, да? 1-1 нажал два раза, и все упало, блядь. Ну это скучная залупа, нахуй. Когда такое, ну, когда такого достигает гильдия, там уже, блядь, либо новый контент надо открывать, либо какие-то, хуй знает. Среди вот этих конкурсы, нахуй. Ну что-то такое надо, конкурсы какие-то устраивать. Конкурсы. Ну, потому что... А чё ещё... Весёлые старты. А чё ещё делать-то, ёбаный? Не, ну я скажу... Вон как телеки пишут, типа, в Долоране кто найдет меня, там первый, да, там дам 500 голды. Типа, не, мне такое не нравится. Я, знаешь, как-то один конкурс сделал, вот как ты говоришь, найти, блядь. Я позвал людей в эту грозовую гряду, и возле Ульдуара там есть такие платформы, типа, туда, в пропасть, типа. Я вот на какую-то там прилетел, короче, в два или в три окна там, встал рогой, короче, в инвиз. И, короче, челиков позвал. Ну вот, говорю, вот на этом выступе, говорю, ищите, здесь у меня рога в инвизе стоит. Кто найдет, тому там 20 тысяч голды, там. Вот челики бегали, искали, блин. А ты ходил кругами, да? А я он из игры вышел. Ну я честно признаю, мне где-то записано на видео. Я где-то, по-моему, перебежал с одного края в другой. Чтобы не рядом не подходили. Ну я там прям на краешке обрыва стоял. Ну, нашли потом. Да, нас спасали? Ну мы просто все орды были, поэтому найти тяжело зеленую цель. Надо прям рядом подойти. Я больше всего люблю конкурс, когда надо бежать из лунной поляны до Селитуса. Че, блядь? Че вы жрете? Че за хуйня? Три пати, блядь. 10 тел, и кто быстрее закрыт Накс даст. Вы про че ржете-то, блядь? Про вот это Накс или про че? Дурак, блядь! Че там, дикпики кто-то скинул? Че за хуйня? Залманыч, ты там поделись, блядь, че там? Ты курнул? Можно говорить? Я не думаю. Не надо, да? Не при девочках, наверное, точно. Блядь. Сука, мне хуй скажи, тебе. Да, если хотите, я просто сделал сейчас скриншот и водичку скину, блядь, кто хочет. Только если не дикпик, там не надо. И мне закинь. Ёба. Я понял, блядь. Мне кажется, это опасная хуйня. Во флодилку. Как первый полетел, блядь. Ну, надеюсь, во флодилку. Не надо. Надеюсь, вы не над моим оффхендом смеетесь, что там меткости, блядь. Сука. Ну смотря да, что для не, тебя оффхенд. У меня это, я не может быть, это кому-то покажется не смешно, но меня это разорвало нахуй. Ой, бля. Одикон. Короче, я озвучиваю. Ты меня тебе скинул, да? Ну, можешь озвучить просто. Да, да. Типа ничего такого. Ну да. Нихуя. Конкурс будет такой. Я так и знал, что там что-то про дикпики, блядь. 10 дикпиков и типа. Кто угадал, где Войдовский, тому 10 копил. Блядь. Ой, блядь. Я хуею. Почему ты я вас... Ты про конкурсы начал, блядь, мне в голову сразу же залезло, блядь. Я вас породил. Нужны это... добровольцев, да, походу? Почему я это сделал, блядь? Знаешь, как вот это... Теперь мы возьмем 10 добровольцев, а 9 добровольцев из зала, блядь. Дикпики. Комбат? По какой причине?
А, комбат висит? А, да нету комбата. Я плачу нахуй за тебя, блядь. Я тоже, блядь, заплакал что-то. Такое, блядь. Давно, кстати, не плакал от смеха, нахуй. Кажется, надо, блядь, начинать шутить поинтереснее. Да. Все на сухую, да, на сухую, ёбан. Я понял. Ну, ты водяной там, ну попробуй хотя бы. Все освоились, да, уже как-то? А эк, нахуй, сотку тебе только дам. Освоились? Не-не-не, ему не давай сотку, нам давай сотку. Я нам уже дал 300. О-о. Это первый час прошел, сейчас второй час. Скиньте ему видос про тракториста, блядь. Мне нравится видос, где челик, короче, интервью дает. Он говорит, у нас, говорит, пьющих нету нихуя. И там челик на заднем плане, блядь, такой, блядь, весь грязный, нахуй, весь такой, блядь, шатается, нахуй. Да-да-да, блядь. У нас, говорит, таких нету, у нас все ребята нормальные. Вообще нормальные. И тот челик, нихуя кадр, блядь. Че, поехали или че? Поехали, поехали, я мать. Да, все тут. Ну только выключи, пожалуйста, аспект. Ебать ты, конечно, Глеб, тамада охуенный, блядь, и конкурсы интересные. Меня уже просто, блядь, от воронок, походу, крыши сносит. Меня бы тоже сносило, будь их немножко побольше, но их всего 6 штук, нахуй. За 3 захода, нахуй. Участвовать в этом конкурсе. Да там сража палево, блядь. Юля, Юля. Хуярьте, хуярьте, что там, патруль? Да можно и, ну, патруль сейчас, то подсыпануть его, убить, и дальше те 2 пака загреть. И все. Ну, ты знаешь, методом исключения можно сразу откинуть, что это не айда. Для мини-подсказка. Ну да, да. Хуя себе, блядь. Такой смотришь, знаешь, говоришь, так, ну это нихуя не азиат, типа, блядь. Ну, там только если, блядь, операцию сделал. Я вы, блядь. В диках шаре. Сударь, точно не европейский. Нет, такой. Я, блядь, угарнул, кстати, с того, когда увидел там пару лет назад, наверное, что в Америке начали делать типа пересадку. Нихуя. Прям там на смешонку, блядь, со всеми делами. Нихуя. И вот вы прикиньте, типа, черный пришьют, блядь. Просыпаешься. А ты в Америке не был случайно? Просыпаешься, хочешь сделать подруге дикпик, блядь, делаешь, нахуй, подруга говорит, что. А что это зебра? Чё за зебра, блин? Кидает, да? Ну, там чёрный, нахуй, просто. Чёрный пик, блин. Чё-то, мне кажется, не туда куда-то пошли, нахуй. Ну, через чёрный, да. Нахуй. Давайте лучше про что-нибудь другое попиздим, блин. Дед, нахуй, начал эту тему с дикпиками. Да, кстати. Прясим. Вроде дед начал. Ничего не начинал, блин. Пизданул так, а вы поржали просто. Видим, уже до конкурса, блядь, дошло, нахуй. Ну ты, блядь. Хорошая, да? У нас и конкурсы интересные. Блядь, мне кажется, вот этот видос на ютубе будет просмотр, нахуй. Надо, короче, когда набор гильдии делаешь, такой, блядь, в ассортименте чай, кофе, блядь. Дикпики, блядь. И конкурсы. Ну, бля, были бы у нас такие конкурсы, мне, кажется, все бы к нам уже шли. Там 2 запроса, кстати, есть. Хуёвый, когда висит. Бля, всё, Воль, хватит. Запрос. Ну, когда запрос есть, а ответа нет. Блядь. Витя, я тебе писал по шаману, ты, видимо, АФК стоял. Я его через базу посмотрел, Элем. Да, блядь, ты потом за Элем. А кто это говорит? Это будет Шреддер, такой голос? Да. Вроде да. А где эти заявки? В Дискорде нет? Или... Гильдия. Нет, не в Дискорде, а вон здесь висит гильдия. А информация, запросы. Информация... На продукте слегка похож голос у Бодишеда. Он там 267, у него один кусок Т5. Вина! Да, сука! Даже у него! Даже у него есть кусок Т5. Да, что за хуйня? А прикинь такой вариант, прикинь, он вступает такой, и такой ему вне очереди просто второй кусок, когда ты такой сидишь. Я лимну, нахуй, просто официанта, нахуй. Хорошо, не будем брать его. Сначала тебе выбьем его. Сука, где ты? Чё? Какой-то микрочиллик сувервайпов. Чего? Хуево чё, говорю, это шаман сувервайпов. А-а-а.
Они только вайпают. Ну надо взять. А, ну если он на вечер. Если на вечерний, то похуй. Да, если он на вечерний, нахуй, можете не брать. Ой. Да похуй на них. Я пусть понял, блядь. Вечернего беспокоиться. Да брать. Бля себе похуй, что вы людям помочь не хотите, что ли? Чё? А чё это мы должны помогать вообще, кстати? Не, не должны, блядь, я не говорю, что должны. Надо типа помогать они... братьям типа... меньшим. Типа, если а есть они возможность. Они уничтожили там. Там уже Галя нахуй про пироги рецепты скидывают, блядь. Ну флуделка, да, страдает. Да и похуй. Нет, ну это не похуй на самом деле. Да хули не похуй, это флудилка, она для этого. Блядь, тебе дед нахуй бабулек. Похуй, нет, не похуй. Это кто такие? А захиль себе локо, плиз. А то глаз тоже пропадет. Шоколадный? Ну да, блядь. Прикинь, шоколадный глаз в опасности, нахуй. Серия первая, нахуй. Так, сейчас два пака придет, прожмёте с ором. Ой, нажимайте что-нибудь. Да-да-да. А прикинь, а вторая часть будет называться «Шоколадный глаз наносит ответный удар, нахуй». Ой, я бы сейчас пошутил, блядь. Жалко, Юлис. Я бы сейчас тебе сказал. Ебать, там обувь идет, давайте дефаться. Нихуя, а че вы... Алло, вы че делаете, блядь? Работай. Работай. Нихуя. Лока хильте главное, ёпта. Главное, чтоб хил. Там еще сейчас будут. Куда? Хватит, да куда еще, блядь? У нас видишь, три челика лежат, давайте порезаем хоть. О, нахуй, мана не резиновая, суки. Бля, Заханыч, ты заебал сохнуть, как так-то? Бля, на воронкофармах там знаешь, как, блядь, и туда-сюда. Да, жмите сейвы. Гимны. А то простаивают. Я сел только... Звоните маме, блядь. Маме звоните, помощи просите. Сейчас я Путину позвоню. Замещание сразу. Пластырь там для глаза, например. Нихуя. Я шоколадно? Да. Если вдруг пробило. Я говорю, для шоколада. Он говорит, про пластырь несите. Я говорю, для шоколадного глаза. Он говорит, для глаза пластырь несите. Я говорю, для шоколадного. Заебал, я тебя щитануть не могу, нахуй. Шоколадный ты глаз. Я понял, нахуй. Ну ладно, 20 секунд отдых там. На Заханыч рейсай ман, бидон там, рейсаемся. Все дела. Лутайте мобов, нахуй, 4 воронки. Ты что-то, блядь, вы расслабились, я вижу. Думаю, ладно, приведу побольше. Мать, знаешь, я как расслабился, нахуй. Я просто щиты кидаю по КД уже второй час, нахуй. У деда, знаешь, инфаркт, нахуй, просто дышать перестает. Ну, блядь. Где воронки? Буду шредать. Да что-то нихуя нету воронок. Ну, уебались столько мобов и нет воронок. Может надо помедленнее хагрить, чтобы, блядь, воронок нет, больше по одному? Нет, ну это же... Давай по одному его будем притягивать и просить каждого, да? Дай воронку. Только, блядь, не везучий. Сука, кого кикнуть, нахуй? Меня. Блядь, включай. Мне кажется, если я уйду с рейдом, мне кажется, там насыпется штук 40 воронок, нахуй. Пачка пошла. Сиди, нахуй, старый, блядь. Мы просто разойдемся. Через 15 секунд вторая будет. Да, Рома, ты мне уже какую-то хуйню предлагаешь, не хочешь копалом за ЗСО копать? Ты на хуйню такую меня не подбивай, блядь. Не надо. Я... это самое. Слава, а чего у вас сегодня в ночном рейде? Гэмхэм, ТТГ. Только... печенье, знаешь, что на балансе? Не знаю. Я не гарантирую, там есть люди, которым нужны печеньки. Если ты про и Гэмхэм. Мне на мага. Зайдем 3-3, да. 3 тебе, 3 мне, нормально. Вот, с водиконом зайдем. Я думаю, мне. Зайдем. Ну, если бы вы все релили там, а я бы сидел чилил, то забирайте, что хотите. А что там релить-то? А хуй там релить, блядь? ГМХМ, я правильно услышал, да? Да. Релить ГМХМ. Ну, блядь, я просто видел, что будет, когда не релит. Ты приболел, может, там температура поднялась? Ну, я понял, блядь. Не, ну там в ГМХМе, типа, релить одного босса только. Какого? Изи. Груля. Груля, ну. Опа. Вообще, посмотрите для интереса. Массакру скоро жать. Как мы убивались с ночным рейдом, блять. Я видел, это был пиздец. Там на груле. О! Оп, есть. О. Они там бегут! Там на груле большие траблы были. Ой, опа. Еще это, одна. Это прям моя, мужики, я ее нашел. Я понял. Сейчас тебе отдам массакру. Я нажал сакру. Я за рулем, угу. Сейчас где-то. Смотри, нет. Я у тебя ее отберу, я так. Я понял, нах. Продлил. Все, надо локу тапки делать. Будет, пойду. Ну, две хоть лучше, чем одна, нах.
Да рука чешется, сейчас еще один. Блядь. Вот жопа чешется, знаешь, как это к погоде, блядь? Сегодня, думаешь, значит, ясно, да? Воронки, нахуй. Значит, нашу завтра воронки будет бом-бом, понял, нет? Слышь, бом-бом, нахуй. Дашь мне 4 воронки нашего? Че, у тебя 2 есть? У меня мои, ну да, есть. Я готовлюсь. А кто у нас вообще, вот у тебя по сифее не открытые по 2 куска лежат, да? У тебя, ну да, своих 2 воронки у вас есть, да? Найдете. У меня есть, у нее, я так понял, тоже, потому что она написала, что ей надо, типа, скажи мне, скажу, 4 надо. 4, ну. У кого еще есть открывать? Ну, типа, лежит тоже там 2 куска, типа. Я почему говорю, что типа можно типа нам запихать, потому что сейчас пока срубы сломаны, можно потыкать им. Да я не против, блядь. Я спрашиваю. Это все. Да? Все. Пошли в коридоре умрем. Не надо здесь на этих мобах контроль получать. Вон в коридоре есть Центурион, сейчас к ним подойдем нормально, пачка. Сифей, напиши, у тебя же 2 воронки есть. Она, наверное, может, замутилась, чтобы такой слушать. Да, есть он. Да не, ей нравится эта хуйня, видимо. Ага. Что я понял, да. Гэкает над нами сидит. Над дебилами, да? Ну, над дебилами тоже поворот. Бля, я сражался как мог. Сражался как лев львиный? Призан, блять. А призан только что пришел, что ли? Чувство, да, ты его во время края добавил. А как я его добавил? Не мог добавить. Ну, не ты, значит, добавил. Кто-то другой. Там есть кому добавить. В целый рейд, блядь. Ну, там все же могут. Это, умирай, призан. Ведь сдохни от мобов там. Там выйди, сдохни, что-нибудь придумай. Сдохни быстрее. Алара, Сагри, сдохни быстрее. Друиды, нули, ты все? А-а-а. Хвост феи, это что вообще, нахуй? Ну-ка, Вадикон, смотри его, блядь. Ух, он собрался. Да. Призен, блядь, сдохни, ёбаный в рот. Он не в Дисис, сука. Ой, блядь, нахуй. Ёбаный в рот, сдохни, нахуй. Да он пробежал с самого Лара сюда. Чё, всё? Всё. Это... Я один остался. Ты не подбивай людей, блять, умирать. Чё? В натуре, блять, пропаганда. Это призыв к смерти. Сука. Тебе потом нобы на видосах, блять, надо жать, типа, ну, продолжить, чтобы посмотреть. Полили. В начале плашка. Опа, сюда его. Всё. Анакондас. Резно. О, Анакондас? Этот пидор меня убивал, убейте его, нахуй. Да все, уже убили. Хорош, нахуй. Всё, заходите. О, ещё один. Ходите, долго. Что за смерть? Не знаю, заходите. Кто смерть чует-то? Это Феррал. 1000%. Заходите. А, нет, это Мэтт Фокс. Тут резнуло все, заходите. Друга защищает, походу. Ой, блядь. Заходите. Все, зашли. Заходите. Теперь переодевайте шмотки. Когда в рейд заходишь, они вроде нормально остановятся. Сейчас, секунду, подзаряжу тридню, блин, вести сплэшем, да. Да, у меня что-то спакивается. Кстати, вопрос. Этот самый, серьга нужна кому-то из хилов у нас? Нет. Да. Кому? Максимум хпалу, который новый. И то я хз, может, у него и есть. Я бы просто себе серьгу взял бы. На хпала? Да. Ну, поглядим. Ничего так-то второй рейд убил, что, слепца, рыбу и робота. Робота ебанули. Мне понравилось прям. Только надо, чтобы у вас хант бегал, конечно. Да, а не шипешник. Он очень много дэмэджа, ну, потерял. Насрать вообще, мы убили, и мне вообще похуй. Чёрт, а не спрашивал, почему? Вообще без понятия. Я, ну, по-моему, сказали, я когда спросил, сказали, что типа, да нахуй надо, типа, я пойду где-нибудь почилю. Ну хули у него в доначенный Т5, нахуй ему это действительно надо, блядь. Нахуй ему, блядь, эта игра вообще. Какой интерес вообще, блядь. Вдонатил, да удаляй игру, нахуй, так и надо, блядь, обычно делать. Все, пуляем. Чтобы донатить, чтобы игру удалить, да. Ну так а что еще делать, если ему, ну, нахуй? Ну так и делают. Мне кажется, вот, ну, хуй с ними, если ты вдоначиваешь что-то, что, допустим, ты знаешь, что ты 2 года не выбьешь, там тот же ШМ там донатили, ну, этот, на ВХ кристалл ты, который, чтоб чисто у тебя кристалл лежит, что ты собрал осколки и уже ВХ имеешь. Это хуй с ним. Но мне приятнее, вот, чисто приятнее выбить самому. Вот мы станем убивать, мы по-любому станем, блядь. Сейчас Т5 приоденемся. И будем нахуй. Пиздец, блядь.
Не будем нахуй это самое. Хилы моча. Я шотнула, блядь. Опа, Гоша, не в сети. А чё, Гоша, чё-то говорил? Вроде нет. Воронку, 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 воронку. Нойте все нахуй. Чем больше ноешь, тем быстрее падает. Но тут нойте типа бессмысленно, они тут прям гипер редко падают. За этот пак. За эти вот паки все. Джандис, давай это, в хила. Призен тоже. Угу. Да можно кого-то одного из них? Ну кого-то, я хуй знает, там договоритесь. Может, у нас трое осталось. Зерелла, беду меня. Ну, Призен вроде больше дамажит, можно... Брит инвалид сказал вроде как на... скажешь, кто больше из них. На заход ушел. Ну да, тогда Рому. Ну не знаю, ну Призен пусть дамажит. Кто-то спекнитесь после этой пачки, чтобы... По это... Потому что то, как вы ведете там трэш, нахуй, сейчас Брит инвалид, сейчас такого не будет с хилом, блин. Так это ты на Глебу, нахуй. Проще Глеба, но в полотенце. 20 тел, типа, 20 тел. Да, вы можете хоть эти все паки, блядь, за раз убить. Главное, чтобы все прожали нормально. Он верит в нас. Я верю в вас, да. Я понял. Киллов верю. Ну, тури, блядь. Керус, дай нарповой. Тогда я начну верить. Там Мордаун вернулся. Он только что двигался. Он двигается, он живой. Двигается. Возвращайте его обратно. Пусть идет хилит. Их а только я... мало тратить туда-сюда. Вон там бидон уже сухой, блин, дайте ему игр. Не, ну я вам скажу, блядь, ДСшник это просто, ну я не знаю, это... Бля, бидон! Да имба ебаная, нахуй. Прикинь бы, вообще была бы 0,1 секунда ГКД для щитка, нахуй. Было бы слишком. Прикинь просто, ну. Там, бля, полюция и все дела, блядь. Я бы тогда точно волонер на ДЦ делал, нахуй. Пошёл ты нахуй. В натуре. Бля, ты знаешь, вот Витя сейчас описал вот нахуй одним вот этим словосочетанием множество высказываний. Я голос народа, нахуй, не понял. Да, блядь, это так могут сказать только люди, которые никогда хилами не играли и не будут, сука. Вот именно. Сука, чтобы, блядь. Я играю, получается, у меня есть право так говорить. Да нету, нахуй. То есть у меня, получается, есть точно? Вот видишь, Призена проебал, нахуй, ты вообще не имеешь права нихуя, нахуй. Всем, блядь. Ну да, ты, блядь, ты сухой. Блядь, сухим словом там вообще, да, блядь, не дают обычно. Смотрите, сухой, блядь. Я что-то нахуй... Высушенный. Вот влажным станешь, блядь, тогда, ну, поговорим. Жидкий. Не, часть по жидкости это к Мордаву. Нихуя. По жидкости, нахуй. Это не ты, нахуй. Это он там Мордаву заведует жидкостью. Это, кто не знает, нахуй, убегите лучше, сука. Все не... уже знают, уже все научились, нахуй, все взяли и побежали. Я прям вижу, блядь. Ну кто сагрил ГП, нахуй? Кто сагрил, тот пидор. А чё спек-то выключили, алё? Спек выключили? Да. Какой ещё спек? Нет. Ты просто от тебя, видимо, убежали. Спек-бега. Лёха, давай шуршим. Я не сказал спек, ты чё? Спек для бега, нахуй. Ты чего? Старый, ты чё? Это прикол такой. Понял. Спек спринт. Неаполитана и Призена и Аека надо сумануть. Призена суманул. Неаполитана тоже. Аека суманил. Тоже Аека суманул. Ой, блядь. О, все, все так. Все, поехали. Можно два этих пака спулить и завести просто в комнату. Тогда патруль не доебется. Я понял, да. Патруль такой доебался, блядь, ваш. О, все, прячемся в комнату.
но без АУЕшки, а то сзади может сагриться птичка. Ну, прикинь, реально это местная, блядь, это МВД, блядь, Министерство внутренних дел, блядь. В этом инсте, нахуй. Они просто, ну, такие, просто вежливо спрашивают ваши документы, мы такие их просто разъебывать начинаем за эту хуйню. Что-то тут дохренело, да? О, да. Массакро надо сдать тогда. Мне кажется, если я таблетки бы пил, блядь. Можно даже гимн сдать, там, все дела. Рассагрились все-таки. Если бы я пил таблетки, от вихря еще там отбегать. Было бы еще хуже, нахуй. Потому что таблетки не имеют такое действие возбуждающее. Обратный эффект. Ну тут от таблеток зависит, какие ты пьешь. Да, в принципе. Я тебе не говорю, ЛСД нахуй хавать. Так ты уточняй, блядь, ты въебал бы, блядь. Спокойнее станешь. Нихуя. Ромашку попил, блядь. Нихуя. У меня аллергия на ромашку. Пиздец, ты доктор, конечно. Ромашку выпей, да и клизму. У меня аллергия на ромашку, если выпью, я помру, блядь. Да там куча трав есть, воет всяких, блядь, успокаивающих, кстати. Оп, вспотели бичок. А, вот я говорил про АУЕшку. Ой, ебать. Кто это, сука, сделал, нахуй? Не, ну убить можно, если... Ой, ебать. Да, падать такое. Это ты, Заломаныч? Да, конечно, я. Да, я видел, как он шок ебанул. Понятно. Просто с окна выглядел в птицу, шок ебанул, блядь. Нихуя. Конечно, я. Ну а кто же, если не я, нахуй? Натуре, а сейчас там 5 воронок, прикинь, выпадает, блядь. Ага, 10. Ага, и у меня, нахуй, 2000 ЕП накидывайте за это. Я, если с одного вот этого моба выпадет 5 воронок, я тебе миллион ЕП накину, нахуй, еще все эти воронки отдам. Если в штаны насру, нахуй. А пруф скинешь? Да. Прикинь, сейчас ГМ подслушивает наш дис такой хуйня. Главное, что если воронки не выпадут, ты этого бы не сделал. Да, конечно. Главное. Все, блядь, секешься нахуй. Пустой моб. Да его даже шпанать не получится. Давай, резаем. Не с пульти там, ничего, надо резнуть 5 человек. Это так хотелось. Резнуться, разбафаться. Насрать штаны, видите ли, что? Не сдерживай себя. Сука. Не успели резнуться чуть-чуть. Ну. Да куда вы пошли? Ну, это не проблема. Джандис, поздравляю, блядь. Ой-ой-ой. Встал, упал. Еще надо встал, вот с этих ног камнепадов, блядь, шоколадных, выходить, кстати. Шоколадный глаз. Так, мне кажется, надо ману как-то попить после этой пачки. Я так думаю. Куро, ты поймешь нас в своем опыте. Я понял, блядь. Но Юля не знает границ. У Юли нет маны. У Юли есть только сила рун. Знаешь, такое, мана, что такое ваша мана, да? Ну, она... Ну, она такая, да? Зовите друидов, нахуй, ставьте тотем и нажимайте гимн, блядь. Да, гимн там, но на ману уже можно дать. Ну, чё вы скиллами-то не пользуетесь? А ЕК нахуй, не лежим нахуй. Если тебя ЕК тоже. А ЕК кто не лежит, лежит, тому 10 ГП встает. Получается. Не встает нахуй. Покидаешь. А ЕК, у ЕКа не встает. Ну ты похлопай его там, может, поможет, я не знаю. Погладь. Лучше не похлопай. Нихуя, блядь. Класс. Это новая методика нахуй, возбуждение нахуй. Похлопай его. Ну у каждого свои там эти... приколы. Какой-то может сработает. Бля, ладно, не буду. А, немецкие старые? Попиздел ножками. Бля, нет. Блядь. По яйцам кулаком бьют. Нихуя. Ну, так это немецкие приколы. Мне кажется, это я видел где-то в фильме, как он называется? Скажите мне, Бонд, Джеймс Бонд, да, вот эта хуйня. Казино Рояль, бля, или как там? Да. Короче, меня не волнует, что вы там делаете. Нет, ты подожди, не види пока. А кто разбирается в фильмах про Бонда? Про Бонда фильм, кто разбирается? Какой самый лучший, типа? Самый первый. А первый это какого года он вообще? Ты вообще видел с этим, как он называется? Дэниел Крейг, вот я вот с ним смотрел. Оп, нашел, это моя. Начинается. А до этого? А Шоном Коннери видел?
Нет. Шон Коннери, он, это вообще 50-60-х где-то, да, годов? Да, он да, молодой да, еще старик. Был. Не, не видел. Ой-ой, хильца лопа. Вон, я Сакру нажал. Хлеб, веди еще, пока Сакра работает. Но они так быстро не придут. Блять. Духан хавак хавак, красиво. Здесь на любителя, на игру актера и на типа спецэффекты. Ну, он нормальный актер, Шон Коннери, хуй тут, блядь, конечно. Недавно пересматривал Индиану Джонс, там уже старенький. Детство с этим, блядь. С фоном он играл. Индиана Джонс, это вообще легенда. Скоро, кстати, выйдет еще один. Блядь, за что они глаз-то разъебывают? Я все понимаю, но глаз-то за что? Я видел рекламу, кстати. Это Индиана Джонс. Ну, нихуя уже, то седой он еле ходит, нахуй. Харрис, похильте ману пока сейчас. Сейчас будет время сесть. Старикан такой, пиздец. Мне еще нравятся фильмы, когда мелкие были, вот этот, знаете, «Назад в будущее», блядь, где-то... Харрисон Форд, то ману пейте, хилы! Пьем-пьем. Кто-то что-то в ПМ пишет, вы имейте в виду, я хуй отвечу, потому что у меня вот это зеленое говно. Вы хоть раз зайдите там на видосе, посмотрите. Вон, на ЕК, на работу надо, все, пиздуй. В магазин сходил, на работу иди, все, пора. Пизду, пизду, пизду. Нормально, блядь. Туда-сюда сходил, короче. И в рейде побыл, да. Ой-ой-ой. Он ИП меньше получил. Чё там, много? Лёха, есть массакра? Да. Окей. Блядь, подвисли. Хорошо. Сейчас, когда пак придет, надо будет. Призен, всем фармин. Нет, это следующий, скорее всего. Ну да, следующий, когда пак придет. Во, ща. А сейчас же, видишь, я какой-то, вот этот. Какой-то смотрел Масаку. Этот, как он называется, про Бонда какой-то фильм смотрел, и он вроде как, типа, там умер или что там, в конце он что-то вирусом. Последняя часть. Да. Но. Вот это вот, и что это получается, они говорят, бабу запустят, ну, типа, феминизм там, что, блядь, будет. Ну, типа, что-то типа этого. Ебать, нихуя кринж. Уже этих баб запихали и в Марвел, и в хуяр вот эту всю хуйню. Но я не представляю, как агент 07 будет баба, блядь. Как она там будет все проворачивать. Не, ну это же, блядь, не, как сказать, не, блядь, мужиковская, типа... Организация. Ну не то, что организация. Да, я наныл, нахуй. Как сказать, блядь, звание. Это, блядь, звание лучшего, типа, агента. Захарыч, попьешь? Святую клятву можешь еще показать. Так а вот нет, просто мне просто интересно отношение. Там же как позиционировать, что Бонд такой, да, вот в каждой серии у него там баба, блять. И что получается, вот у бабы будет в каждой серии мужик, типа такой. Мужик, да? Наверное, ну. Просто почему если. Может... Ну или баба, как вариант. Ну, лесбиянки тоже. Почему? Нихуя, нахуй это надо, блять. Да ее же завернули уже, все, вы че, успокойтесь. Это же модно. Да конечно, там, блять, наехали, блять, фанаты. Пусть идут нахуй, пускай мужик будет какой-нибудь. Не, ну, я не вообще, я не против баб, я не против, типа, но... Слава, чё? Ты вообще смотрел боевички с женщинами в главной роли? Ну, блядь, ты назови какой-нибудь, может, я вспомню. А какие есть боевики с женщинами в главной роли? Агенты Чарли или Чарли? Смотрел, вот Чарли смотрел. Смотрел, очень-очень давно смотрел. Ну, я помню, бабы там такие красивые. Ну, хуй знает, сейчас бы я уже не стал такую хуйню смотреть. Ну, блядь, ты, конечно, ему уже 20 лет дал. Ну, ты понимаешь, да, что их вообще мало? Ну, мало, конечно, но... Потому что это фрик, ну, фрик-шоу, блядь. Ну, да. Да нет, кстати. Да в смысле, чё вы... Да нет, фильм неплохой, почему? Не, они как бы могут нормально... Чужой, Терминатор, они же были, блядь, с этими... С бабами. Терминатор первый, да. Чужой, вот. Все, последний пак сейчас придет. Будете смеяться, нахуй, но не смотрел ни разу Чужого, нахуй. Который первый там. Ни разу, сука. Я даже не знаю, что такое Чужой, нахуй. Ну, монстр какой-то, ну и чё. Я помню, блядь, в кинотеатре смотрел. Жуть. Рождение Чужого, да? А, вот эти два моба, да. И все. И согрелись. Это, блядь, проверяйте какой год там, нахуй. Еще, на всякий случай. 88-й, что ли, год был. Прям вообще жутко. Я не знаю, как меня туда вообще пустили. Ты кричал там? Нет. Просто глаза закрыл. Прикинь, вот мы как-то с Корифаном обсуждали вот эту тему ужастиков. Че, все падаем?
Я помню, как я ходил на фильм «Мама», блядь, в кинотеатр. Вот это был пиздец, блядь. Да, нахуй. Там маленькая такая, я помню, маленькая такая дырочка, блядь, в стене, нахуй. Нихуя. Чувак в неё смотрит, нахуй. Бля, и через, босс-то, нахуя. И через эту дырку, блядь, вылазит, нахуй, моб, блядь. Ебать, это, мобы? Нахуй, там все обосрались. Мобы вылазят? Страшно, блядь, было. Как ты сказал, мобы с дырки вылазят? Как это, блядь? Моб, ну, блядь, ладно, хорошо, привидение вылезло. А-а-а, мобы, ебать, нихуя. Ну, просто пробят. Мобы, нихуя. Ладно, до слов доебывается, вот дед, сука. Не, я просто не понял, мобы какие-то, как так в фильме, мобы, что ли, есть, нахуй? Ну, в смысле, ну, есть, да. Джандис, умирай, чё ты стоишь? А как, чё ты там, как ты, как ты к Калару прибежал, блядь? Ну, не знаю, я пока бежал, мне не стоял, убилась. Борда, он умирает. Юля, Джандис, чё вы? Давайте быстрее. Ой. Всё, сейчас. Так, сложность. Нет, не обновилась нихуя. АЕ где? АЕ, сука, ты где? Уже сказал, съебался. Он в Долоране сидит, все нормально. Ты ему сам сказал, иди пизду, пизду, пизду на работу и решь. АЕК, ты где, блядь? Ты чё, нахуй? Все обновилось. Фрикадет. Чё, последний заход? Последний заезд, нахуй. Последняя гонка, нахуй. Подожди, сколько там этих, нахуй, последних заездов? Уже 10, блядь? 10, нахуй. Последнее дело, нахуй. Кстати, кроме шуток, хочет, можете остаться, можем это пару кругов таких дать уже на респект чисто. Ну типа я, ну да, в принципе, блять, хули. Я пойду, да, я скажу сейчас челикам, будут собирать, типа скажут, сколько слотов, я посижу, в принципе, тоже. Так что, блять, а чё я сдохну, хэсь? Понятно, Войт. А я, наверное, пойду в доту поиграю. Ты ебал, ты со своих крипов побьёшь, да? Ну, я пойду так ушел, потом на воронка фарм искать. Не, я уже воронки фармить не буду, у меня 6 штук нахуй есть. Ну, надо еще 19. Кинер, Керус. Я думаю, 6 штук с гильдии дадут. Как-нибудь. Не, я не ради этого. Ради голды? Ну, да, надо закупить камни, чарики. Наверное, надо будет все-таки тоже пойти. Да, там же полироли, Дима, еще надо. Раз надо было метасокета хотя бы подготовить. Да, я забыл за эту хуйню. Ну, у меня есть там немножко полироли уже подготовленные для Т5. Надо много прям. Плюс надо вернуть долги уже наконец-то. Ну, мне бы вот сейчас где-то подготовил. Ну, мне где-то еще 1200 надо, 50к на перебивку и 150 на осколок на этот самый, блядь. А надо ЧЖ. А я не буду до чужой переезжать. А что там, я что-то видел, писанину какую-то в чате, что дворф вот этот, как вы называете, типа он дохуя мега крутой какой-то стал. Да, он супер имба для всех. Бис, дамагающий самый. А за счет, почти для всех. За счет чего это такая хуйня? Ну, у него сильные обилки и сильные пассивки. А вам не кажется, что вот вы сейчас скинетесь все это делать и потом нерфанут его до, ну, до среднячка? Не будут. Не. Ну с чего такая инфа, блядь? Там нерв будет, но чуть-чуть в другом плане. Всех раз именно этих. Да. То есть. Так, и чё, что? Ты ЧЖ, ты хочешь сказать, на ЧЖ сильнее будет, что ли, или что? Ну, чем кто? Ну вот сейчас ты говоришь, это имба. И смотря для кого. Ну, опять же. Смотри, если брать каких-нибудь там кастеров, да, вот на кастеров это вообще супер бис раз. На миликах, типа, ну. Ну почти на всех. Самое, ну, типа, есть вот прям классовые, которые как-то. Ну, кроме ретриков, вот ретрикам. Надо ЭБ. На миликах еще можно подумать. То есть, Рога, да? То есть там у него отдельный, там как, из-за ЭБов, там, который кулдаун снижает, тоже там, ну, кто-то может его взять. Например, варом заебись, вот ДЧЖ прямо вот вообще охуенно идет. ДК, ну, я вот себе на сейве сделал, это плюс 2-3 кадра ПС просто с одной расы. ДК не обязательно, то есть там как бы ну похуй, можно и Найтборном, блять, можно на Тауреном, блять, можно еще кем хочешь. Я не знаю, нахуй, я уже с такого возраста вырос, что вот эти вот расы ради циферек дрочить, блять. Ну, хуйня все это, нахуй. Тебя некоторые классы просто вынуждают.
Ну, блядь, Селидара бы хотя бы себе сделал, блядь, там сопрот. Меня никто не вынудит, нахуй. Я, ну, всех нежить сделаю, мне будет похуй вообще. Если ты еще про товары себе сделаешь нежить, нахуй. Он уже есть, нахуй. А, нежить, да? Да. Нежить, конечно. А кто? То есть не орк, который дает 2%. А нахуй мне орк, он, блядь, некрасивый, нахуй. Паладина своего уже удалил? То есть подожди, что там... По этой причине. Не, паладина я обратно верну нежить. Подожди, орк дает дополнительный блок щитом, да? И что там, и 2% мастерки, да? Да и в рот его и скилло. Да и похуй. Фандарены дают мастерку. Похуй. Орки тоже дают мастерку. Орки тоже мастерку дают. Да? Пускай... И крит вроде. Пускай что угодно дают. То есть подожди, то есть супер... То есть орки пиздатая раса для протвара, нахуй, ты, ну, нахуй надо, ну, да? Вообще насрать, себя, вообще похуй. Я тебе скажу больше, блядь, я, ну, пройду весь контент, блядь. Так чё ты проходишь? И похуй. Так я на X2 уже, контент. Я на X2 уже прошёл занижить вара. Так, а чё тут не проходишь? Ну, блядь, и тут пройду, ну. Ты заебаться решил. Да, а чё нет? А блин. Чё, ему-то нас доёбываться только, блядь, надо же... Велика проблема, блядь. Пройду изи. Ну покажи, нахуй, мастер-класс, куда ты... Потому что, блядь, расы это так, нахуй. Да, показали так. Так, да, нахуй, когда дочисляй всего лишь 3000 ДПС, это не так, самое нахуй, главное, блядь. Да. Просто тут не будет такого контента, который... Ну, и я бы понял еще расы делать вот исключительно всем, без исключения, что вот, например, гильдия, которая Exalted была, да, у нее цель не просто прийти там время провести в игре, у нее цель ФК взять. Моб бежит назад, убегайте. Так они все ФК полутали и съебались. Они ФК полутали, они за это бабки, бонусы получали. Вот если ты в такой команде играешь, то да, есть смысл заморачиваться и вытаскивать максимум с перса. То есть расу, хуясу, все это под перса подгадывать. Не, но все равно ж кому-то же интересно максимум с персонажем. Не, ну да, ты как бы сам это... играешь на там персе, тебе нужна какая-то цель, ты вот стараешься его сделать, ну да, максимально. Это не возбраняется, ну типа, я же не говорю, что... Я же не говорю, что вы не делаете. Я говорю, я не хочу, блядь. Я это пройду. Я бич. Я бич, блядь. Ретрику Т5, хочешь слово? Мне контент, ну, Т5, я думаю, в последнюю очередь. В первую очередь я на хилотанка буду лутать. Сказал бы сразу, что ты бич, а тебя все подъебались. Как говорится, с ебанутых спросу нет, же сам знаешь. Все знают, что я бич, блядь. Сум, но у нас бой. Тут почему-то сагрили, не знаю. Кто-то не добежал, да? Кто-то, блядь, вы бы уже добежали, вы бы уже научились сами добегать, я хуй знает. Три человека сейчас. Сейчас бой, я не могу сумманить. А хули тут учиться, блядь, на вопрос? Ну, не знаю, наверное. Как в школе, знаешь, алфавит учишь, Юля безжалостная. Юля безжалостная. Прикинь, звание такое. Безжалостный гладиатор. Есть такая хуйня, по-моему? Ну да. Разгневанный, безжалостный, там, свирепый, еще какой-то там гневный. Неумолимый. Неумолимый это А7, по-моему. Да. А8 это разгневанный. Разгневанный. А вот другие как называют А9, А10 как называют? Яростный, А9, А10 когда? Ну 10 тоже, по-моему, будет. Сейчас глянем. Да там до А13 будет. Ну, нихуя. Если еще дальше не пойдет. Бездушная А13. Нихуя. Деспотичная А12. Нихуя. Ну, бездушный прикольный. Злонравного А11. Кого-кого? Злонравный это 11. И беспощадный 10. Нихуя, прикольно. Яростный 9. Да. Опа. Реса не будет. Туре, неаполитан, давай сам беги, учись. Время. Тут, короче, агрят, беги, пробегай этих фениксов, только их не сагри, блядь. Или суманем уже к этому паку. Нет, не суманем. Кругу. Ну, кругу, я про это. Не-не-не. Не? Пусть сами учатся. Только агрят, а я там, ну, в основном. Она только первые два пака может спалить. Левый, правый. А, ну да.
Юля хочет просто побыстрее бежит, потому что хочет, чтобы быстрее этот рейд закончился, где дикпики обсуждают. Блять, уже забыли. И не только. А ты начинаешь опять. Освежил память, так сказать. Уже забыли, блять, ты понимаешь? Вот, ну, уже всем похуй стало, блять, нет. Дразник тут, блять, сидит. Нет, хочет дикпик просто, чтобы русский. Он хочет конкурс просто, на, чтоб его вычислили, 100%. О, отвечаю. Я понял. Тамада хороший, конкурс интересный, да? А как называется, если вот мужики дикпики скидывают, а девки как скидывают, что, блядь? Нюцы. Ну, нюцы, а если нет 18, то ЦПВЛС получается. ЦП это как переводится, блядь? Нет ЦВЛС. Чего? Центральный процессор. Нормально. Сука. Ну, неплохо, да. Ты слышал, как он выпалил центральный процессор? Ой, блядь. Да, центральный процессор. Там просто вот фокус, ебать, происходит. Кто-кто опенап? Ты не видел видос, ну? Нет. Не ФБР, нахуй, для него носит. FBI, open up! FBI, open up! Просто там дверь выносит, нахуй. Нихуя, шо это? Да, о, это мне надо. Отказаться. Это ебать, это маска великих Dungeon Master'ов, кстати, блядь. Фух, еба. О, на воронку нажал. Там уже идут. Они идут. Как называется, ночной дозор. Кто-то залутал, да? Ну, я 13 пока. Сейчас посмотрим. А чё вы сдыхали? Да, чё... Да, да, я... Ай, блядь! А чё вы дохните? А меня разъебало? Это один пак, кстати. Это всё, не пульти больше. Нахуя? Нахуя ты диван кинул, блядь? Бьём, вы чё? Да добивайте, резайтесь. Вы чё, гоните? Бьём и резаемся. Блять, 5 мобов вас 5 разъебал. Ну чё, взял 1000 делки. Я скажу, почему это. Это потому, что дед так приучил всех. Чуть что не так, но вайпаемся, падаем, блять. Вот. Так не, ну не на 5 же мобах, блять. А им похуй уже, они все привыкли. У тебя на лече 1 кило упало, ёбаю, ты заставил всех спрыгнуть. Сегодня так, на лече, ты, так надо оценивать ситуацию, понимаешь? Ну, если упал, во-первых, друид, блять. Потом у нас в рейде всего 3 друида. Ты даешь один БР. Резайте маны хилы. Да не, похуй, ладно, там упало 3 чела, ладно. Но упал сегодня Костя, блядь. Все, похуй, похуй, падаем, прыгаем с обрыва. По-моему, нет. По-моему, его резали. Вы что, посмотри видео. Нет. По-моему, резали. А, Вадикон упал. Да, меня чума съела и все. Падаем. Я не буду это бить. Один Вадикон умер. Ну, так, ну а нахуя это бить, если из 3 БРов у нас 2 всего останется. Потом, блять, одного Валька унесет, нахуй. Потом один с обрыва упадет, и что? И потом, нахуй, в комнату засосет, блять, в комнате сдохнем, нахуй. Ну, блять. Надо погоди, нормально на, играть, нахуй. На нее. Ща идет. Частичку. Ну, она нет. Сама спойлила от всех, я пойду других. Чтоб тебя слава бабка беззубая засосала, нахуй. Ну, ты как в этом это как в фильме одном как было, всегда блядь. Говори да, да? Да, 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 да. Там фильме. Такое было. Там блядь, она не только. А вы засосала. Знаете вот эту хуйню, привычку людей, там и вот да, эти слова-паразиты есть. Вот есть челики, да, которые да, говорят да. Постоянно, ну, после каждой фразы, да, да, да? Ну такое. Чё, типа, да? Mm-hmm. Сегодня пойдем на воронку фарм, да? Ты мне прислал чарки, да? О, воронка, да? Воронка, да. О, воронка, да? Нихуя. Ну да, типа вот так часто-часто, да-да-да-да-да. Всегда говорит да, она. А иногда я не привязываюсь. Ты лучше бы не говорил. Мне еще нравится, как люди мат как междометие используют, типа... Да. Я сегодня нахуй. Я сейчас вас всех выебу, нахуй. Я сегодня нахуй, ходи в магазин нахуй. И нахуй тоже ходил. Мне так это доставляет удовольствие вообще пиздец. У меня, короче, сосед был на 6 этаже. Я когда... Работаем. Я когда мелкий был, мы, короче, ездили это, ну, картошку там садить, выкапывать, короче, вот. И, короче, мы как-то, ну, стоим, собираемся у подъезда. Вот они тоже едут, там, соседи. Там участки рядом, типа. Ну и, короче, он... Он, короче, ну что-то то ли курит, то ли что. Ну, а я мелкий, ну, мне лет 5. И он такое говорит, он
через каждые два слова, блядь, нахуй, блядь, говорит, короче. Блядь, нахуй, блядь. Просто пиздец, вот, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь. И даже иногда нахуй, блядь, то есть два раза произносит. Такой, да, блядь, я не могу, да, да. Вот прям, и главное, у него так быстро еще получилось, нахуй, блядь. Это быстро так, сука. А это как еще в этом видосе, где автошкола, нахуй. Где человек говорит, сейчас зеленый будет. Светофор, сейчас вообще пиздец тебе будет, нахуй, блядь. Вот прям как он сказал. Давай право, я пиво возьму, нахуй, блядь. Так, нахуй, я сегодня, короче, возьму, нахуй, справа, а тебе пачку, ну, за дохер. Я, нахуй, я считаю, пятая патера, нахуй. Нахуй, блядь. Бля, вот Захан еще успел отпиться, а бедо нет, как так-то. А я просто не сажусь, нахуй, на бутылку. Хорош. Ну я поспорил. Правильно делаешь. Садимся. Что не набутыливаешься раньше времени. Ой. Да, блядь. Опа, кто там лутер? Опа, ебать. Хуя себе, блядь. В последнем трое заметил. Что заметил? 16, по-моему. Так, вы убили? Сейчас будет два пака, прожмёте. Заходите внутрь, все. Там патруль идет, нахуй, вы зауешь. Да, патруль идет, так что аккуратно. Сейчас два пака придет. Я просто думал, блядь, глаз разъебали. Шоколадный? Сука. А куда Юля пошла? А, там Леха. Шоколадный глаз разъебали. Пиздец. Больно было. Ебать, смешно, пиздец. Убил. Бля, зачем ты это сказал? Да убей, ой, блядь, куда я попал, нахуй? А он же не знает, что такое Лена Головач, да, получается? Он не шарит, блядь. Вообще не знает, что это такое. Да, это так, один местный тупой фрик, блядь. Тупой фрик. Местный. Не местный. Был бы это местный, да, он бы стал двухместным, блядь. Как так двухместным? Местный стал двухместным. В двух местах одновременно, да, то есть? Нет. Вашу маму, говорит, и там, и тут передают, нахуй. До чего техника дошла? Ну, не то, что передают. Показывают. И там, и тут. Я этому дяде, говорит, с большими усами, нахуй. Или с ушами. Уши-то пооткручу, блядь. Хорошо, что есть и дядя с усами. Так, сколько воронок-то уже? 16, да? Это кто же не кто? 16 штук? Ну да. Нормально, 4 мне давай. Да, зайди спишь. А ты как считаешь? В смысле? Ты считаешь... Мне надо открыть два куска. У меня, видишь, Да подожди, блядь. Я не про твои куски. Я про то, как он считает. Вот у меня в чате просто вот эта зеленая шмотка, когда лутается, у меня 25 вот этих строчек, нахуй. И оно все пролистывается. У меня еще чат маленький. Хуёво, когда маленький. Хуёво, да. Все, падаем. Че, разок еще, я думаю. Да я думаю, успеем разок. Че, все что ли? Пошли разок, конечно. Готовность сделай, кто хочет еще раз. Да, то... я что-то заебался. Да? Ты не пизди, ты в любом случае идешь. Вот. Я просто каждый раз, как падает воронка, в речат записываю и все. И потом смотрю, какая была прошлая. Особенно воронка фарм их не наебывали, пришлось привыкнуть. Видите? А что такое бывало, типа, что наебывают? Да, было. Долби. Так что, закончим на этом, да? Голосование сделаете еще раз, повторяю. Голосование. Кто не хочет еще круг, нажмите нет. Кто хочет, да. Ой, не, я пойду пожру. Десять человек нет. Да нет, пизду нахуй надо. Ну все, значит тогда все. Кто хочет, там пересобирайте тогда. Так, давай. Теперь по воронкам. Я сейчас пока портанусь. Кому что открывать будем? Давайте мне инфу. Вот, я слышал, что хантам стой, надо. Не туда, стой, пробел нажми. Нажми пробел. Вообще я уже потонулся. Говно, блять, заебало. Ты ЕП накинул? Да, накинул. Призин, у тебя два куска заработало или что? Че ты резко начал писать, что надо? Тотемы ждут. Какие тотемы? Вот эти, которые три воронки, нахуй. Тотемы сами себе...
Да. Либо я сами, либо что-то, я не знаю, блядь, тотемы. Сейчас Т5 в приоритете. Тотемы хуй сосут вообще. Вот. Макс, у тебя есть две воронки? Ладно, собирайте инфу сейчас. У кому, сколько, чего надо, на какие спинки. Вот два ханта, у них по два куска не открытых. Выйди из пачки. Собирай пати, мне пати кинешь. Да, и, да, да, и в клаку идем. Подумаем, кому закидывать, кто подождет. Макс, смотри, короче, тебе... Ты их будешь на сейчас именно 2-4, 2-5? Ладно, давайте, всем пока. Угу. Давай. Лингрен, напомни, у тебя что там... Сколько там неприкосновенных у тебя должно быть? 3-4, да, лежать должно? 4 штуки у Лёхи надо. Ну, Лёхи 4 штуки. В принципе, у меня на 4 есть бабок. Не, я не про то, ты вот мне объясни. Пока, вот. пока тело не упадет, распихивай всем другим. У тебя, смотри, у тебя не открыто из трех кусков ни одного, а у тебя два открыто, у тебя один не открытый лежит, да? Да, да, плечи. Вот, у тебя говорю, вот, пока самих воронок нету, не да? Нет, у меня голда на 4 воронки. Ага. Пока, говорю, тело не упадет, можешь ничего не оставлять. Ладно, собирай этот пати там, кто кому что надо. Сейчас, ну, ханты, скорее всего, откроют. Два ханта, призен здесь. Вилания на кого? А Вилания, по-моему, открытый ретрик. Вот там с тобой попиздеть просто что-то хотел. Кто? Написал что-то. Ну, Глебыч. А-а-а. Давай сюда, ну. А-а-а. Воронки стелси, а у нее есть второй кусок? Да, вы говорили об этом с Костей просто. Не, а у нее второй кусок есть, чтобы открывать ей? Не-не-не, ну просто ей отдать. Не знаю, ну, что она открыла, она... Я не понял нихуя. Пора, блядь. Забей нахуй. У нее открытые руки, куда ей, нахуя ей три воронки давать? Схуя. Вот как выпадет кусок, тогда и будем давать. И три зачем? Или как? Две. Ну вот две. На каждый кусок гильда, ты Слава сам написал, гильда может возместить две воронки. Ну, походу, не может возместить. Ну, значит, ждет. Она не возмещает, а дает на открытие. На открытие, да, две воронки. Ну, вы правильно понимаете это. То есть, а где сам открыл, это не значит, что гильда тебя возместит. А где я вообще это писал? Мы говорили об этом просто. Ну, ладно. Я тогда дам, просто выйду. Что это как-то звучит. Ты как бы либо ждёшь, либо открываешь сам без каких-либо претензий к гильде. Есть ты на контракте вообще? Ну да, ждать-то придется в любом случае. Так, вот тебе 4. Так, по сифе тебе 4. Вот, теперь кто еще там? Призен... Призен что открывает? Энха, да? Два куска, да, на Энха. Он типа... Тоже, значит, у тебя две своих есть, тоже тебе 4, да? Вот, тебе 4. Теперь у меня остается 4 и 5 еще. Но остальные что, пока это, никого нету, да, открывать? Кусков лежачих. Что это такое? Это что? Ну все, я открыл, я тебе показал. Ручки, грудины. Посифе, ты уже тоже открыла, да? О, руки и плечо. Ну и все. А призен тоже открыл? Руки 77 и плечо. Ну и все. Ну тогда получается сложим до лучших времен там на что более срочное такое закинем, да? Вот. Да, 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 надо оставлять. Угу. Ну все, тогда чилим. Завтра у нас сколько звезд, да? Ага. Завтра будет.